всех приветствую на своем канале. Вот ешка наша. Сейчас у нас конец мая. Затяжная весна, ведь, вернее, длинное лето. Маленько захватами зад рихтанули, но сейчас поправлю. Снимем, поправим, это сделаем, не ничего страшного. То есть как весной готовили наш комбайн, то есть скидывали жатку. Жатку скинули, прошприцевали все выжимные, просмотрели все и смазали все полотно. То есть основная подготовка была, подкачали колеса, жатку скинули, смазали всю и смазали все сцепления, все выжимные. Вот основное. Так как, да, но завели ее, естественно, залили воду. Антифриз я в нее не ставил, не заливал, потому что она работает, может, 2 месяца в году. Проблема была с карданом. В кардане здесь стоит штифт, он что-то как-то хреново ходит, и проблема была навесить ее. То есть пришлось снимать штанги, чтобы зацепить. То туда падает жатка, наклонялась то туда, то сюда, то есть никак вверх не мог зацепить. Сняли штанги, все как бы нормально зацепили. Да, колеса спустили, их подкачали. Весь этот шайтан, башка, все промазали. Ремни я здесь менял, в том году показывал. Ведущий тот тоже менял, показывал. Так что пока. Да, аккумулятор. С аккумулятором проблем. Хотя он 70-90 заводит. У нас тут такой большой. За 80-й. Ну вот рамку согнули. Надо ее поправить и поставить его нормально. Так просто. Для того, чтобы завести его, ставили. Он как бы заводит нормально. Но вот 75-90 он тоже как бы ее заводит. Все нормально. Вроде бы такая комплектная косилка нам попалась, но немного ушатанная. Да, реверса жатки нету. Специалисты его выкинули, он им не нужен был. Зад весь смазал. Промазал, потому что здесь вообще ничего не было. Как мы взяли, уже 2 раза промазываем бортовые задние. Так ворочит хорошо. Я удивлен был, что здесь очень мало масла в гидравлике. А так косит она, конечно, побыстрее, чем вирексы, но есть свои нюансы. Нюансы в чем? Ну, естественно, это пальцы, полотно. У нас простое, он уже один такой. Если не косили, ничего, надо его поставить на место, сделать. Сегментное полотно. Вот основная его проблема. Но мы вот в том году некоторые поменяли прижимные пластины. Такие регулировочные. Сейчас посмотрим. Но скоро начнется, так что я думаю, что будет видео, будет поинтереснее. Ладно, сейчас поеду по диску и посмотрим, что получится. Ну все, вроде.